В Одессе водолазы эвакуировали экипаж танкера «Дельфи», потерпевшего крушение в Черном море. Как передает корреспондент ОНИАН, на побережье Одессы, возле городского пляжа «Дельфин» только что завершилась спасательная операция экипажа танкера, троих граждан Украины. Работе спасателей сильно мешали ветер и высокие волны. В результате, водолазам удалось поочередно доставить на берег трех моряков, капитана, старшего механика и матроса. Им окажут соответствующую медицинскую помощь. При эвакуации все трое были в сознании. По предварительным данным, в наиболее тяжелом состоянии капитан, он более двух часов пробыл на мостике, в воде. По уточненным данным главы ОГА, «Дельфи» находился в территориальных водах Украины с мая этого года, на судне закончилось топливо. Согласно официальным данным, танкер должен быть под флагом Молдовы, но, как отметил Куций, эта информация не подтвердилась. «Это серое судно. Его владелец на контакт пока не идет», — сказал председатель обладминистрации, добавив, что не может уточнить, эвакуация была принудительной или добровольной. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта Пивденный. Судно без топлива, обесточено, двигатель не работает. Позднее его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.